Итак, возвращается муж поздно ночью, непонятно откуда, жена ему. Где был? В бильярд играл. 3 часа ночи. Шары плохо ложились в лузу. Быстро в кровать! Он ложится в кровать, вдруг на мобильный телефон смс-ка ему. Он тихонечко берет мобильник, идет в ванную, читает. Это было потрясающе. Ты чудо, фантастика. Мне очень понравилось. Давай повторим это еще раз. Он пишет, мне тоже понравилось необычайно. Давай повторим это завтра. На-на-на-на-та-да. Ложится в кровать жена ему. Где был? В ванной. Что делал? Что в ванной делал? Руки мыл. Мобильник мой зачем брал? Мне тут рассказали анекдот про подкаблучника. На конкурсе подкаблучника победил мужик, который не приехал на конкурс, потому что его не пустила жена. Я этих подкаблучников презираю, слюнтяй! Жены приказывают, что им делать. Где твоя гордость, достоинство? Ты ж мужик, ты воин! Я так ржал, чуть швабру из рук не выронил. Вот я что хочу, то и делаю. Хочу белье глажу. Хочу пододеяльник штопаю. Жена без меня вообще ничего решить не может. Все решаю я сам. Она мне так и говорит, решай сам, сейчас полы вымышь или после обеда. Не самостоятельное совершенно. Этих подкаблучников жены заставляют стирать и гладить. Да чтоб я стоял и гладил, да не в жизнь. Быть такого не может, чтоб я стоял и гладил. Сидя глажу. 16 тёщиных халатов стоя не погладишь. У него там размер 10XL. Там с одного халата можно шить чехол на КамАЗ, еще останется 50 метров. Баба должна бояться мужика, трепетать. Вон у меня жена с тёщей на коленях передо мной стояли. Да. Вылезай, говорят, скотина из-под дивана, то хуже будет. У меня под диван тогда что-то закатилось. А, вспомнил, 4 зуба упало молочным. Но я им молока не купил, жена мне замечание сделала. Эти бабы, они только себе все и покупают. Мужикам вообще ничего не достается. Мне такого нет. Я все же захочу, мне все покупают. Захотел новый бюстгальтер для жены, купили. Новые сапоги для тещи, пожалуйста. Носки мне новые. А, это единственное, что не купили. Ты, говорят, сначала гольфы доносишь со 2-го класса, белые. Не, ну не классы, там такое качество, сейчас таких не шью. У подкаблучников жены вообще страх потеряли. Моя жена, например, страх не теряла. Как была страшная в молодости, так еще страшнее стала. Она ко мне, знаете, как обращается? Мой повелитель. Да. Швабру дает, говорит, давай мой, повелитель. Я не представляю, как это быть подкаблучником. Жены приказывают, когда им приходить, туда не ходи, сюда не ходи, после работы сразу домой. Мужик сам должен знать, когда ему приходить. Я вчера в 6 утра домой пришел. Но мне жена сказала, ко мне мужчина придет, раньше 6 домой не суйся. Так-то она меня заботлива. Когда с вечеринки пришел, голова болит. Она мне сразу холодное к колбу приложила. Гантелю с размаху. Все, потом весь день ничего не болело. Без сознания лежал весь день, что там может болеть. Я дома могу делать все, что угодно, мне ничего не будет. В среду пьяный приперся, мне ничего и не было. Ничего не было, ни постельного белья, ни подушки, ничего не было. Даже дверь не открыли. Да я и сам не хотел заходить, что мне там делать в духоте? На улице свежо, декабрь -25, снежок мягенький. А бывает до того подкаблучники, что жена их бьет. Ну это уже вообще перебор. Да чтоб моя Тамара на меня руку подняла, да не в жизнь. Ногами, правда, дубасит иногда. Но это ж так, не со зла.
Эти подкаблучники, как бабы, моют, драют. Я дома ничего не делаю, все жена с тещей. Мне там на ремонт был, они потолки белили, а я стоял, ничего не делал, оно мне надо. На четвереньках стоял за место козла. Они на мне и белили. Только им лень было кисточкой водить, они уперли в потолок, а я ползал по комнате, как краб. Помочь-то надо было бабам, жалко же. Летом на даче я вообще не работал. Все лето просидел, не вставая. Ну нельзя было вставать, меня на яйца посадили, цыплят везли. Ну им курочку было жалко, что она сидит 3 месяца, и у нее никаких развлечений. Цыплята до сих пор за мной бегают, думают, что я их мать. Я мужик, а мужик должен зарабатывать, понятно вам? Я вчера таких люлей заработал от жены. Она мне сказала отодрать обои. А что за обои, не сказала. Сижу, жду. Тут звонок в дверь. Заходит соседка Зинаида Пантелеевна с подругой. Думаю, ага, вот они, обои. Я говорю... Я, конечно, извиняюсь, но жена строго-настрого приказала. Соседка говорит, как вам не стыдно такое женщинам предлагать, предварительно не налив коньяку? А подруга говорит, все-таки новогодние желания сбываются. Хоть и через 50 лет. Сорвали с меня всю одежду полностью, оставили только гольфы. Тут жена заходит, это что за вакханалия? Я говорю, ты сама велела? И тут жена мне опять холодное приложила, сама себе противоречит. В общем, ребята, надо держаться вместе, по-другому баб не победишь, поверьте, я на этом собаку съел. Но я не хотел есть, жена заставила. Так что всегда научу, помогу, расскажу. Запишите мой адрес все сейчас. Блокноты взяли все и записали. Хотя ладно, не надо. Увидят этот подкаблучник, не надо нам. Так запоминайте. Город Халдейск, проспект Рабыни Изауры, изолятор 13. Бесхребетных Тюфяк Вахлакович. Жду. Спасибо.